Выискиваем подозрительных копитрейдеров. Вот, например, Брекен Банк. Он почему-то любит открывать много мелких сделок с ценой входа одинаковой. Это даже не сетка. Не сетка, но почему-то открыл много мелких сделок. Вот. И к тому же он еще и в убытке. Например, если взять других, и настройки вроде ничего такого, стандартное все. Если взять чуваков, которые выигрывают, у них нет множества сделок. Так. Цена входа 71, 62, 99, 99, 99, 29, 29, 29. 29, а нет, 19, он 29, 29, 29, ну вот так, короче, человек, открывающий множество мелких сделок по одной и той же цене, по-моему, как-то подозрительно, нечестно играет. А то, что нечестно, значит, то есть то, что подозрительно, то не как все, это значит, возможно, как-то нечестно набил эти процентики себе. Вот другой трейдер. Подробнее. Вот одна сделка всего. Одна позиция всего. Подробнее. Тут две позиции. Ну, не так, как 8. Так что Breaking Bank, ты лидер на выбывание. Сейчас, если вернешься в плюс, ну тебя нахер.